Движение 5165, проводящее в эти дни митинги и шествия против властей Армении, усмотрело некоторые риски в трехстороннем заявлении, принятом по итогам встречи лидеров Армении, России и Азербайджана в Сочи. Как отмечается в заявлении движения, в первую очередь, их беспокоит то, что в заявлении нет пункта, касающегося определения статуса Нагорного Карабаха. Самый большой риск заключается в том, что без конкретизации статуса Нагорного Карабаха в случае делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы территории, остающиеся по ту сторону границы, могут быть признаны азербайджанскими. В этом случае Карабах станет частью Азербайджана, считает лидер движения Карин Танаян. Тревогу вызывает и тот факт, что в заявлении не говорится о возвращении пленных, удерживаемых лиц, а также возвращении тел погибших. По словам Танаян, Армении нужны новые переговорщики в карабахском урегулировании, так как Никол Пашинян и его команда не способны отстаивать интересы страны и предотвращать негативные сценарии. С учетом сказанного, движение 5165 объявляет о начале политических консультаций с другими силами вокруг повестки смены власти. Bir məsələni də mən bildirmək istəyirəm, əziz xalqıma çatdırmaq istəyirəm. Yəqin ki siz fikir vermisiniz ki bu bəyanatda Dağlıq Qarabağın statusu haqqında bir kəlmə də yoxdur. Yoxdur. Bəs hanı Ermənistan tərəfinin tələbləri ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməlidir? Bəs mən onlara muxtariyyət təklif edəndə buna razı olmadılar. Dedilər ki, yox, bu müstəqil dövlətdir, dırnaq arası. Uzun illər bunlar müstəqil dövlət kimi yaşayır və onlar Azərbaycandan müstəqillik almalıdırlar. Bir kəlmə də yoxdur. Paşinyan, nə oldu bəs? Yol çəkirdin Cəbrayla. Rəqs eləyirdi. Nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status. Göra getdi status. Görba gör oldu status. Yoxdur status. Və olmayacaq. Nə qədər ki mən prezidentəm, olmayacaq. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!